камбука, камбука, бака-вука. Чага, камбука, камбука, бака-вука. Таки-таки, чага. Так, ну давай. Здесь мат в один ход. На. Так, здесь в один ход. На. Тут так, три задачи. Упа. Она. Так, верно. Здесь в один ход. А вот так. Итак, тебе удается порыться в песке и не увязнуть самому. В зубуне много лет копилось золото, оставшееся от других путешественников. Теперь оно твое. Сундуку надоело сотня. Купим пару пешек. И пойдем дальше. Руки сами тянутся к сокровищу. Но берегись! Это зал одна большая ловушка. Даже если тебя не интересует сокровище, тебе придется здесь пройти. Другого пути в нижние пещеры нет. Главное знать, куда ступать или лететь. Двумя ладьями поставит мат черному городу, как королю. За победу ты получишь 100 золотых. Так, конкретно. Король Е, король Ж4, король Ж5. Король F6. Король G5. Король G4. Король H3. Король H2. Король H3. Ладья Ж. Король берет G3. Блин. Лопух. Ладья F. Король G4. Король G3. Король G4. Ладья король G5. Король H5. Король G5.
ладья, Ж, король, Ф, 5. Пустил так. Ладья, Ф, король, Ж, 5. Вот ладья, король, Ж, 6. Король, H, 6. Король, H, 7. Король, H, 8. Так, если я королем сюда, то здесь будет пад. Так, здесь будет пад. Если я сюда ладью поставлю. Здесь пада не будет. Черт. Так что ж мне. О! Вот так. Король, Ж, 8. Как король, Ф, 8. Собака. На. Король, Е, 8. На. Ладья, Ж, 8. Мат. Тебе удается пройти через ловушку и прихватить с собой сокровище. Молодец! У тебя нервы крепче камня. Ну да. Что еще пешку прикупим? Сундуку? Так, еще пешечку прикупим. А теперь пошли. Жадный гриб больше ничего тебе не даст. Но поиграть в загадки не откажется. Это отличный способ развлечься. Особенно если много лет сидишь в полном одиночестве на груди золота. Да не хочу. Ты хочешь еще раз выпытать счастье живучих войсках? Так, 200 золотых. Ну, давай. Значит, так, мат в один ход. На. 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 Так, здесь в один ход. Сейчас. Если сюда в один ход, ладья сюда, король уйти может. А вот так, если, то никуда он не денется.
одна. Так. На. Ты можешь собой гордиться. Я могу собой гордиться. Я нифига не получил. Ладно. Идем. Ты хочешь еще раз попытать счастье в зыбучих песках? Решившись задать за 3 минуты, выиграешь 200 золотых. Ну, пишут, что выиграешь. В каждой задаче поставь. На. Так, а здесь? Вот здесь, сюда. Нет, король уйдет. Так. А, вот так. Тут вот так. О, не угадал. Ну да, он же вот сюда пойдет. Опять не угадал. Как не угадал? Что за фигня? Ну вот. На. Ты можешь собой гордиться. А где ж... Ну, короче, дурят нас. Как жаль, что рядом нет Абу. Он уж нашел бы общий язык со статуей обезьяны. А может, это и к лучшему? Не ковер же в прошлый раз подвел Аладдина в пещере. Статуя, закрывающая путь, просто так тебя не пропустит. Или ты ее обыграешь, или она тебя. Так, своим шахматным воинством поставь мат черному королю. Но вот это уже конкретно. Если победишь, то целых 500 золотых получишь. Так, воинство. То у меня есть пожиратель пешек. Это класс. Так, ну что ж. Вперед. Здесь надо поставить мат. Ну что, начнем, пожалуй, с рокировки. D5. C6. Король D7.